Итак, ребят, всем привет! Сегодня будем мы копать вот в такой местности. И сразу могу сказать, что первый сигнал у Стаса. У нас вот такая вот монета вышла. Но судя то, что она красная, это советик. Наверное, в каком-нибудь квадрате. Сейчас мы скажем, что это такое. Двоечку видно. Не, наверное, этот такой. Горбачев, блядь. Ай, ребята, это 61-й год. Короче, первый совет у нас, значит, у нас сегодня на этом месте ничего не выйдет. Это такая традиция. Это у нас находка у комрада. Вот такой вот крестик. Большой крестик. Но такой грубой вырубки я еще не встречал. Очень грубо сделанный крест. И еще он поднял вот такую душечку. У него Фишер 75, говорит, с полметра поднял. 1909 год. Вот такая вот чистая медь аж с обоих сторон. Ладно, чем-нибудь будет, покажу. Я пока без находок. Итак, у Стаса 20 копеек очередные. И судя по монете, это, наверное, 61-й год снова. Две монеты 61-го года. Вот такая вот находка. Так, ребят, вот находочка вот такая вот у нас появилась. Очень ужасная, видно, сохран дымовой. Вот, убитая. По размерам, наверное, двушечка. Ну все, ребят, смотрим. Находки будет, покажу. Итак, ребята, и вот у меня наконец-то выпала монета. Вот, раскопнул, не было. И вот смотрите, когда второй раз начал копать. Вон, видите, вон она лежит. Вот она, красавица. Сейчас мы скажем, что это. Так, это у нас копеечка. Затертая. 1858 года. Александр II. Ну, как алик, но все равно приятно. Ну, по годам я, грубо говоря, вырвался вперед. Вот такая вот монета у нас нашлась. Все, продолжаем. Итак, ребята, мы переехали на новое место. Но оно не новое. Просто там перспектив что-то не было особо. Ребята говорят, давай переедем. Вот решили переехать. Вот такая вот у нас красивая природа. Травка, в принципе, высокая. Здесь раньше была деревня. Деревня была вон там. И проходила здесь вот тоже немного. А если здесь у нас тоже удача нам не улыбнется, мы проедем чуть дальше, наверное, километра 3-4. Там тоже была деревня. Видео у меня там было. Там, где у меня куча змей. Туда тоже проскочим и посмотрим. Погода у нас хорошая, то есть для окопа. Солнышка нет, небольшой ветерок. Все, ребята, смотрим. Находки будут, обязательно покажу. Итак, ребята, ходим мы здесь вот долго и коротко. У нас со Стасом пока по нулям по этому полю. Но у Константина у нас находки. У него прибор, конечно, не сравнить с нашими. У него Фишер 75, профессиональный прибор. И вот около того вон дерева он, короче, нашел вот такой вот пятачок. Пятак 1877 года. Это у нас Александр. В очень довольно-таки бодром состоянии. Вот. Ну, здесь, видите, почему-то у него сегодня все находки какие-то до чистой меди. Хорошая находка. Но это не все, ребята. Вот тут же, вот в этом же овраге, недалеко от этого дерева, он поднял вот такую вот монету. Деньга 1737 года. Тоже, как вы видите, медная. Чистая медь просматривается. Ни зелени, ничего. Да, на ней никакой патины нету. Ни зелени, ничего. Чистая медь.
И это у нас, ребята, Лиза. Все, я хочу в своих руках подержать Петра, но никак. Ладно, ребята, продолжаем мы здесь копать. Вон мой коняга стоит, породистый белый. Немного мы здесь походим и дальше в путь. Все, ребят, смотрим, находки будут, покажу. Итак, ребят, переехали мы на другое место. Ходим, были вон там, вон около того леска. Там была деревня. Здесь вот тоже была деревня. Вот так вот. Именно туда переехал, где у меня видео. Вот хожу я вот под такой вот пожарной полосе. Видно старые ямки. Вот кто-то здесь уже проходил. Воспользоваться случаем. То, что здесь вот очень много кирпича, керамики. Очень много. Прям, я не знаю, больше кирпича и керамики, чем самой земли. И, между прочим, глазами осматриваю. Катушку веду здесь и в стороны смотрю, потому что дождь омывает монеты. Вот. И в данном случае шел я и увидел просто круглые светлые. Даже катушка еще не провел. И когда катушкой провел, сигнал был, но свет, смотрите какой, непонятно. Когда я его взял, сначала не понял, что это за монета, но когда я перевернул, это у нас получилось 10 копеек, щитовик. Скорее всего, 33-го года, потому что очень распространенный год. А это у нас, да, ребят, это у нас 32-й год. Вот такие вот 10 копеек кольцевик. Ладно, ребята, там он позади меня идут. Я со своей большой катушкой быстренько все прозваниваю. И вот результат уже есть. Ну все, ребята. Здесь проходили все. Надо будет влево-вправо от этого пожарной полосы отойти. И находки явно будут. Ну ладно, смотрим. Итак, ребята, иду я вот по этой вот заброшенной дороге. Наверное, последний раз ей пользовались, наверное, в советское время. Ребята ушли чуть дальше, я иду за ними нога в ногу. И вы знаете, что у меня выпало? Не поверите. Смотрите. Вот она. Маленькая такая. Красивая. Чешуя. Чешуя. Так, это у нас чешуя, не знаю, что-то какая-то, то ли латиница написано, то ли китайские иероглифы. На этой стороне у нас, не знаю, тоже что-то непонятно, какая-то ерунда. Ну ладно, ребята, разберусь, фотографию приложу. Мне звонок, надо ответить, посмотреть, кто мне звонит. Ладно, ребята, смотрим. Находки будет, покажу. Итак, ребята, отошел, наверное, метров, я не знаю, может, метра три, вон там он ямка у меня, метра три прошел, и был такой же сигнал, но сейчас я включил все металлы и поймал, вот смотрите, очередную чешую. Здесь не пойми, что коник наполовину, а с этой... О, ребята, а с этой четко написано Петр. Возможно, это чешуя Петра Первого. В интернете поштрудирую информацию. И, естественно, вам все про нее выложу. Вот такая вот красивая чешуя. Мечтал я в этом году поднять Елизавету, Екатерину. Все это поднял. И буквально в недавних видео я вам говорил, что хочу поднять Петра Первого. Ну вот, земляной дед меня снова отблагодарил вот такой вот красивой чешуей. Все, ребята, смотрим, находки будут, обязательно покажу. Итак, ребята, вот я находил две чешуйки подряд, и буквально через пару минут в метре, наверное, в трех от меня, вон там я откопал свои чешуйки. А здесь вот откопал, и у нас комрад Костя с своим фишером 75-м. Он ее, конечно, уже потер,
Вот, и мы знаем, что это точно у нас чешуя. Вот такая вот, ребята, чешуя. Интересно. Так, надписи какие-то непонятные. Сейчас мы посмотрим. Что-то коник вроде проглядывается немного. Надписи, что-то поли какие-то, поли. Я не знаю, может, польские или что. У меня Петр Первый и какая-то латиница, а у него какая-то, не знаю, английские буквы поли. Ну ладно, фотографию выложу, будет четко видно, что это. Если кто-то знает, подскажите, если у меня информации не будет. Не знаю, поле, что, польское, что ли? Непонятно. Ладно, ребята, продолжаем по этой дороге ходить. Она у нас радует. Вот, серебрушки. Тем более такие, это у меня сегодня первые находки такого разряда. Чешуя. Приятно находить чешую. Вообще приятно. Ладно, ребята, продолжаем. Находки будут, покажу. Итак, ребята, очередная у меня находка. Вот смотрите, я точно могу сказать, что это монета. Монета. Смотрим, что это у нас. Это, ребята, у нас Николай. Николай Первый. Так, с другой стороны не разобрать ничего. Потому что такой сильный налет зелени на ней. Сказать ничего не могу, что это у нас. Ну ладно, ребята, когда почищу. Почищу и вам скажу, что это за монета. Если интересно что-то будет, обязательно расскажу и объясню. Ладно, ребята, место, эта дорога радует. Вообще замечательная дорога. Вот. Прямо она нас находками радует. Ладно, продолжаю, ребята, смотрим. Итак, ребята, сегодня мы попали в дождь. Я только что вспомнил, что серебро липнет после дождя. И вы знаете, сегодня Стас поднял серебряную серьгу. И я вот две чешуйки уже. И вот сейчас, смотрите, очередное серебро. Смотрите, какое. Отчетливо видно все гербы, все. Даже гурт еще острый. 15 копеек 1912 года. Находка вообще суперская. Вообще обалденная. Вот так, за это я и люблю коп, что достается неизвестно что в разных местах. Итак, ребят, у меня вот будет небольшой быстрый обзор. Ребята подошли, я взял все их находки. И начну, наверное, с Кости. Мы сегодня познакомились. Вот у него прибор Fisher 75. Вот у него находка 5 копеек. 5 копеек 1877. Вот такой вот крестик. 2 копеечки 913. Вот такая вот деньга. 2 копейки 1902. Вот такая вот убитая двушечка советская. И вот чешуйка. Вот. Очень странно то, что монета очень такого состояния, чистого медного. Вот, в принципе, все хорошо. Так вот еще у нас 3 копеечки 1899. Вот так вот. Вот такие вот находки у нас Fisher 75. Вот у нас Стас, который фартовый. Вот его находки. 3 копеечки 24 года. 5 копеек 48 года. И вот такая вот замечательная сережечка. Серебряная, имеется клеймение 1875 пробы. Ну, такие модно было старинно носить, вот цыганки и все такое. Вот такие вот у нас фартовые. У него Ачка 250 стандартная катушка. Ну, для него это замечательно. И вот мои находки. Вот у меня находочки 15 копеек серебряные. Потом у меня щитовичок. Вот такая вот монета. Вот. Затем у нас вот Николай Первый. Наверное, не знаю какого года.
потом будет видно, когда почищу, обзор сделаю. И вот такие две чешуйки. Очень меня обрадовали они тем, что одна петровская, а другая монгольская или что-то в этом роде. Ну, что я вам скажу. Нел Торнадо остался чемпионом по серебру. И вдобавок, ребята, хочу добавить вот что. Смотрите. Вот такая, вот такой вот наконечник. Не зря здесь монгольская чешуя. Возможно, это наконечник монгольской стрелы. Вообще суперская находка. Прям замечательная. Между прочим, это фартовый поднял. Ну что, зачет ему? Вот, тогда у него 4 находочки. Ну все, пока, ребята. Всем удачи на копе. Смотрите, подписывайтесь. Итак, ребята, знаете, я сегодня практически ничего не поднял. Это, грубо говоря, первая находка. Мы снова вернулись на эту дорогу, где я вчера поднял серебро. Вот, тяжело, конечно, проходить там, где уже прошло 4 копыря, и мы след снова идем по этому месту. И вы знаете, вот смотрите, я ее уже потер, и вы знаете, что это у меня? Не поверите, вам плохо видно, я вот чуть-чуть стер специально, чтобы определить номинал монеты, и это у нас монета 1 копеечка, слушайте, 1925 года. Harlem Shake.